У берегов Мексики сформировался тропический шторм Пилар. Скорость ветра достигает 72 км в час. Возле западного побережья Мексики сформировался тропический шторм Пилар. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США, NHC. В настоящий момент Пилар находится в 110 км к западу от расположенного на Тихоокеанском побережье Мексики города Мансанилья. Скорость ветра достигает 72 км в час. Шторм движется на северо-запад со скоростью 12 км в час. Как сообщал корреспондент Нет, ранее ураган Мария обрушился на Пуэрто-Рико, его и жертвами стали 10 человек. Все жители острова остались без электричества. В Доминике во время урагана Мария погибли 14 человек. Ураган в Закарпатье. Убытки на десятки миллионов. По материалам сайта newsgro.com.